жопа. На треке чуть нестандартная траектория, на выходе, особенно на третьем секторе. Там нужен хороший вкат. Раньше там все теряли, теперь, наверное, там я буду терять, но не важно. Я все равно чуть подготовлюсь в субботу. Кто не в курсе, в 19:00 в субботу будет стрим. Там со звуком все ровно, игра не орет. Ой, первый пошел. Привет, Сережка. Евгений, под копии купи ТГТ Репориум. Я знаю, что сложно. Вот тебе начало в виде маленьких, но довольно значимых 25 рублей. Привет из Москвы. Спасибо тебе большое. Да блин, реально сложно. Мне даже подписчик предлагал купить ТГТ за 17 тысяч гривен. Это, ну, с хорошей скидкой получается. Сейчас потише чуть сделаю игру. Ой, игру, музыку. Вот так. О, господи. Короче, очень заманчивое предложение, но, наверное, уже не актуально, мне кажется. Ну, а проблема в том, что денег вообще нема. Вообще нема. На таком балабембусе сижу. А подиум вообще за шкварм, шо, пацаны? Я сомневаюсь. Если бы вы сами не пришли, то я сомневаюсь. Подиум, либо... Как бы вам так... Как бы вам так сказать, мне вот... Мне вот нахер не упал этот подиум. Мне клуб спорта вот так, верите? Я вообще не вижу смысла с клуб спорта, мне кажется, на подиум. Потому что он просто идеальный этот. Чего от него еще хотеть? Он круто выглядит. Он комфортный, бесшумный, у него охренительный форс-фидбэк. Не имею представления, что там может быть реального. Реальнее, точнее. Вот, поэтому выше, чем, сколько там, 7 или 8 ньютонов, я не помню, в топ-спорте. Выше, чем такой крутящий момент. Мне лично нахер не надо, потому что я не использую даже половину мощности этого руля. Вот, поэтому это такая тема, знаете, мутная. Что-то морозится, я писал ей, пацаны, а давайте я сделаю обзорчик, как это бывает, хотя тут еще даже ничего не ответили. Но нет, спроса нет, так что соляры у нас совсем плохо, но вот нам везет правочку. Вылазит за кусочек прям хорошо. Кажись, вылазит. Привет, Максим. Здорово. Здоровенько. Черт. Цвет настроения черный. Я про тягач. Я понял. Тип того. Выпускал, я там, в принципе, рассказал свое мнение. Задумка правильная, графически офигенно, очень похоже реально на GTS, это правда, похоже на Gran Turismo Sport, в хорошем смысле. Но она пока что не нужна, потому что первое нет контента, второе сырая, 100%. Машинка чуть странная, интересно ведет себя, но немножко странное такое, это ламба. Мне кажется, то, что там еще исправлений будет немало, в том числе и по работе резины. Вот, форс-фидбэк кто-то хвалит, кто-то нет. Я не хвалю, потому что реально есть вопросы. Ну, я рассказывал, опять же, это в ролике. Ну, короче, игрушка будет стопудово... Космос, реально стопудово космос. Когда она выйдет, я думаю, что следующие чемпионаты, ну, когда она именно релизится полностью, мы будем проводить именно в Ассетокорсе. Потому что зрелищно и есть все. Blank Pain, насколько я понял, GT3 Championship. То есть будут все тачки, все команды, все треки. Можно сезоны пилить, а штука так. Графически она круче, чем Project Cars. Ну, тут субъективно уже. Кому как говорится. По звуку... Тоже все круто. Физон интереснее, чем Project Cars, стопудово будет. И самое главное, я надеюсь, что она не будет такая баганая. Потому что Project Cars, вот прошлый стрим, то, что мы катали, очень у многих были проблемы. Причем такие проблемы, что люди заезжали на пит-стоп, их либо не переобували, либо обували не дождевую резину, а обычную. В принципе, мне повезло то, что я победил, потому что у меня скорее были шансы в топ-5 заехать, ну реальные шансы с моей борьбой. О, как прицеп штырит. В зеркале обратил внимание.
с тем, как я боролся. Но победить это просто мне повезло. У людей реально были проблемы на пит-стопах. Человека 3 точно отъехали после пит-стопа. А плюс некоторые вылетали. Короче, про Project Cars баганы, ну тут что поделать. Зато он зрелищный. Поэтому ждем новую Корсу. Я жду с нетерпением, скажем так. Я вообще за любой кипиш симрейсинги. И такие события, как новая Корса. Воу-воу, Алдис, ни хрена себе. Спасибо тебе за 200 рубчиков. Что ты так расщедрился? Я тебе там сообщение отправил. ВК, ты, наверное, уже послушал его наверняка. Такие вот дела. С ветерком едем, слушай. Сколько мы едем? А вот тут ты не прав. А? Твой клапспорт уже стал разваливаться. Пориум надо хотя бы обозреть. Но хотя бы ТГТ обозрей, подписчики же ждут. Да, меня услышь, Женя, сними. Братья мои, верите, я очень с огромным удовольствием хочу и сделать обзор на ТГТ, но просто пока что у меня нет возможности. Видите, рекламы очень мало на канале, потому что там Мосбет вернулся. Я и то рад, и то, это должки. Это я пока что бесплатно делаю, это я прогавал им эти интеграции. Короче, с рекламой все пока печально. Будет сезон, на сезон в ноябре-декабре, если получится что-то заработать. Ребят, верьте, я буду за свои деньги еще делать. Я знаю про другие Direct Drive, просто пока что нет возможности у меня все это дело пощупать, так сказать. Я даже рассматривал тот вариант, не знаю, может самому приехать куда-то, что-то кому-то заценить такие девайсы. С Одессы какой-то парень писал, типа, приезжай, у меня Direct Drive там купил, заценишь, снимешь обзор. Я, да, все круто. Он сказал, что написал мне на мыло, но на мыло я не знаю, кому он написал, мне никакого письма не приходило. Так я бы с удовольствием приехал бы к человеку на дому, там, не знаю, поржали бы, пивка попили бы, сняли бы обзорчик, как я ездил к этому Денису, к подписчику. И педали Club Sport V3, когда-то обзор я снял. Круто ж было, круто. А вот, такое, ребят, ну, постепенно, я думаю, что мы придем ко всем этим нюансам. Я, в принципе, уже плюс-минус нашел...